Получается, я как тренер это вообще не видел такие моменты, но получится. Это все должны много, еще много работать, чтобы такие моменты не получили во время игры, если хочем идти вперед. Но нам нужно работать еще на этих моментах, которые получили сегодня и первый, и второй, и третий гол. Это такие ошибки сделают ребята от 12-13 год. Это все, что хочу сказать. Выше не нужно ничего говорить. Это все результат говорят. Хорошо, спасибо.